вы увидите и на гербе России, и на гербе вооруженных сил, и внутренних войск, и МВД, вы увидите всадника на коне поражающего змея. Это Георгий Победоносец. Но мало кто знает, что символ этот был передан молодому московскому государству и великому князю Дмитрию Донскому из города Сурож. Потому что Сурож, нынешний Судак, это был великий город, хранитель великих тайн христианских и благословения Божия. И вот святитель Стефан Сурожский, прозорливо провидя будущее Святой Руси, именно икону Георгия Победоносца, именно этот образ отправил, стал отправлять восточным и южным славянским племенам. И именно этот герб Дмитрий Донской взял как герб российского государства, и потом этот герб стал и гербом вооруженных сил. Поэтому не случайно мы сейчас именно здесь празднуем праздник победоносца Георгия, который одержал победу над врагом, который всегда был знаменем победы, знаменем благословения Божия. И сейчас мы просим у него, у святого Георгия, благословить нашу жизнь, победить враги, победить зло, водрузить мир. И дабы никакая нечисть, никакая злая сила, никакие силы зарубежные не сунулись в наше святое и благословенное Богом Отечество. Георгий Победоносец никогда не уйдет от нашего Отечества, никогда не пристанет заботиться и охранять, ибо мы, как Третий Рим, сохраним православие до скончания века. Поэтому, дорогие мои, сердечно поздравляю вас с этим праздником. Знаменательно, что мы этот праздник сейчас празднуем здесь, в этом храме. Это первый его престольный праздник. И здесь святой великомученик Георгий благословит нас на добро, на борьбу со злом, на борьбу с нечистью сатанинской, которая пытается уничтожить веру нашу и народ наш. И пусть его благословение, его меч, его копье побеждает зло, которое хочет поглотить наш православный народ, нашу православную веру, наши семьи и нашу землю. Аминь. С праздником вас! И помните, что победа в Великой Отечественной войне была на Пасху. День Георгия пришелся в 45-м году на Пасху. Храни вас всех Господь! Христос воскрес! Воистину воскрес! Воистину воскрес! Пятый великомученик.